Обязательно. Вот. Трупы надо собрать все. Она самый близкий родственник. Сейчас в морге, завтра будем похоронить. Это сестрин зять. Он был ранен. Просто его не призвали в армию. Он сам пошел и погиб. У него осталось 4 мальчика. Знаем дальше, что будет так, что в перемирии надо. Никакая мать не помирится с потерей сына. Это боль и надолго. Никто не будет хочет забывать своего потерявшего сына. Всегда они живут в сердце. Не может забывать. Чувствуешь боль. Сердце такую тупую боль, не знает, куда деться от этой боли. Там погибнут, а мы здесь сидим, кушаем, живем. Не знаю, что думать, что делать. Долго ли будет это перемирие, или снова начнут воевать эти исламисты, творцы. Не знаю, что думать. Только больно очень. Тишина. Пугает. Слишком много тишины пугает. После тишины бомбят всегда. А сейчас не знаю, как будет. Снова бомбят или будет тишина всегда.